Друзья, всем привет! На связи Александр Янюк, с вами команда ТВТ Эксперт. Я рад вас приветствовать на обзоре фьючерсного рынка. Сегодня уже практически пятница. Давайте посмотрим, что интересного было на этой неделе. Подведем небольшой итог этой недели. Начнем мы с американского доллара. Федрез снизил процентную ставку и даже немного порадовал рынки, снизив ее на 0,5%. Процента, что чуть больше, чем рынки ожидали, ведь основные ожидания были заложены на 0,25, и, конечно, там около 50% вероятности было на то, что сразу на 0,5, возможно, даже на 1% будет снижение, но в целом все произошло более оптимистично, чем рынок был настроен. Соответственно, это повлияло на абсолютно все рынки, реакция была неплохой. Это первое. Второе. В целом прогноз по изменению процентной ставки совпал с тем, на что рынок рассчитывал. Ставка будет плавно снижаться, будут реагировать на данные, на новости, на статистику и так дальше. Все нормально. То есть в целом американский доллар продолжит двигаться в рамках своей установленной тенденции, нисходящей тенденции, так как вероятность снижения ставки уже замаячила в начале лета, когда поняли, что ага, в ближайшие 2 месяца с выборки выпадут несколько предыдущих месяцев дикого роста инфляции, соответственно, инфляция сама с собой как бы снизится, и Федрезу придется снижать процентную ставку. И с того времени это плавно закладывалось в цены и продолжает закладываться. То есть особого откупа, особого, не знаю, какой-то яркой реакции покупателей минимум мы не увидели. То есть цены неделю будут закрывать практически в минимум за неделю, соответственно, давление продавцов остается существенным. Рынки закладывают повышенную вероятность и дальнейшего снижения на каждом следующем заседании. Все окей. Американский доллар будет под давлением. Мы приближаемся к месту, где уже небольшая остановка тенденции будет, потому что для того, чтобы дальше продолжать падения, нужны дополнительные факторы, дополнительные триггеры, их пока нет. Поэтому спешить с шортами здесь особо не стоит, но и лонги как бы рассматривать пока тоже особого смысла нет. Фонды что-то там потихонечку закрывают свои шортовые позиции. Европейская валюта, мы видим, что опять фонды особо не активничают в лонг, то есть не поддерживают текущую восходящую тенденцию. Кстати, давайте даже посмотрим более открытый развернутые данные, что же делали именно. Мы видим, что закрывали лонговые позиции на прошлой неделе и все. В принципе, только закрывали лонговые позиции. Таким образом, мы увидели небольшое давление на цену, которое особо никак и не сказалось. Неделя закрывается с повышением. По европейской валюте мы также с вами заметили то, что при установлении нового максимума там открытый интерес особо не растет, дивергенция кумулятивных дельт. Сейчас, секунду. Еще раз. Окей, принял. Давайте вот так вот. Дивергенции кумулятивных дельт. Дивергенции наблюдаются небольшие. Таким образом, это чаще всего не свидетельствует о долгосрочной восходящей тенденции. То есть, да, установить новый максимум окей, но учитывая синхронность изменения монетарных политик, учитывая то, что они плюс-минус одинаково меняются, то дисбаланс в монетарных политиках не наблюдается. Да, ЕЦБ чуть быстрее снизил процентную ставку, окей, но в целом они и свой баланс не так активно расчищали, не так сокращали. Таким образом, для них это более необходимая мера. Вот, поэтому я считаю, что по европейской валюте мы близимся к локальному максимуму, будет смысл уже заходить, накапливать позицию шортовую, учитывая то, что фонды не поддерживают текущую тенденцию, они не накапливают лонги на установлении нового максимума. Посмотрим, возможно, в понедельник что-то поменяется, но в целом покупки фондами на максимумах – это один из основных факторов, на который стоит обращать для формирования долгосрочной тенденции. Так, дальше у нас швейцарский франк. По швейцарскому франку здесь особо ярких дисбалансов нет. Фонды тоже с хеджером особо не активничали, поэтому пропускаем. Австралийский доллар, здесь более интересная ситуация, так как у нас в максимум достаточно много начинают продавать.
мы увидели с вами, что основные продажи, они как раз вот приходятся вблизи максимума. Рынок пытается шортить не перехай, скажем так, да, и это слабо получается, учитывая то, что на таких продажах цену продолжают протаскивать повыше, то есть все шансы на резкое ускорение цены вверх. Я не понимаю, почему так плохо рисуется. Надеюсь, со звуком все окей, с видео тоже. Окей, так, дальше у нас мы видим тоже, что здесь особо ярко ничего не поменялось. Даже если мы откроем отчетик, то мы увидим, что много позиций закрывалось со стороны фондов, да, хеджеры что-то там чуть открывали, и в целом открытый интерес. Десятого числа должен был бы измениться. Вот он и изменился. Да. Так. Окей. Особых дисбалансов в позициях нет. Раз. Второе. Ну, это свидетельствует о том, что заинтересованности в каких-то новых разворотах нету. Дальше. Достаточно много продают в локальный максимум, что приводит к тому, что засаживают тех, кто либо распродает, либо шортит. Но я считаю, что здесь уже все, кто хотел после вот этого движения, распродались. Соответственно, текущие продажи это в основном открытие шортовых позиций. И, ну, и открытый интерес потихонечку еще и растет, если проанализировать. Таким образом, мы получаем, что кто-то пытается шортить новый максимум, скорее всего, получит более высокие цены, более высокие показатели. Поэтому здесь смысл спекулятивно открывать, полонговать немного. Окей, по новозеландскому доллару схожая ситуация. Тоже открытый интерес чуть-чуть подрастает при подходе к новому локальному максимуму. Но здесь мы не видим такого яркого засаживания шортистов. Поэтому более интересно это как раз рассмотреть эту позицию по австралийскому доллару, учитывая то, что они достаточно тесно коррелируют, австралиец и новозеландец. По канадскому доллару особых интересных ситуаций не происходит, поэтому пока пропускаем. Я считаю, что боковик здесь будет плавно продолжаться, то есть ярких движений здесь ждать не стоит. Британский фунт. Банк Англии снизил немного, не изменил процентную ставку. После предыдущего снижения на 0,25 базисных пунктов они на текущем свежем заседании решили ставку не менять. И на текущий момент мы видим, что успешно пробиваются локальные максимумы, успешно идет закрепление выше этих максимумов. И это все происходит на ярких продажах, которые не приводят к тому, что цену опускают. Я считаю, что нам необходимо дождаться новых сот-отчетов, потому что на прошлых данных мы увидели снижение активности фондов. То есть, если мы посмотрим за предыдущую неделю, что у нас происходило, то лонги у нас закрывались, 19 тысяч контрактов лонгов закрывались. Хеджеры, в свою очередь, тоже закрывали позиции. То есть, особой заинтересованности нету. Открытый интерес, как мы видим, активно не растет при установлении нового локального максимума. Поэтому здесь все больше шансов, опять же, на повторение того, что было по европейской валюте, учитывая закладывание ожиданий по быстрому снижению Федрезерва. То есть, если Федрезерв быстро будет снижать, то, скорее всего, эти тоже быстро начнут снижать, и привлекательность упадет. Опять же, переключится тумблер в сторону штатов, в сторону фондового рынка штатов и облигаций в том числе. Таким образом, да, валюты могут быть под хорошим давлением. Опять же, когда американский доллар немного стабилизируется, падать уже не будет, тогда давление проявится здесь. Банк Японии планирует сегодня поднять либо и решение принять решение по поводу процентной ставки. Таким образом, мы видим, подтвердились ли опасения рынка по поводу повышения процентных ставок. На текущий момент аналитики ожидают, что изменений не будет. Таким образом, опасения напрасны. И видим, что рынок, да, не закладывает повышение
процентных ставок. Почему мы это видим? По той причине, что если бы рынок закладывал, то японская иена уже бы достаточно неплохо выросла за счет закрытия кэри-трейдов перед таким событием. То есть некоторые опасения были, окей, они вылились в небольшое движение, ок. Но яркого дальнейшего движения вверх не происходит. Таким образом, мы получаем, что в своей массе рынок не рассчитывает на дальнейшее повышение процентных ставок. Посмотрим, как это будет. Пока японская иена под хорошим давлением со стороны тех же участников рынка, которые занимаются кэри-трейдом, соответственно, дальнейший шорт-приоритет здесь сохраняется по данному инструменту, особенно после пресс-конференции Центрального банка. Будет очень интересно посмотреть на реакцию рынка. Будут ли они более агрессивно открывать шортовые позиции, занимать японскую иену и продавать, то есть открывать шортовые позиции. Золото, серебро и, да, установили новые локальные максимумы на решении Федрезерва. То есть сначала было установление, потому что, да, ставку снизили больше, чем ожидали. Золото чаще всего на снижениях показывает неплохие результаты. И ожидания также рынка были, что ставку и дальше будут снижать, но в моменте, конечно, распродажи со стороны участников рынка, которые охотятся за новыми локальными максимумами, привела к тому, что цену неплохо под конец дня закрыли, достаточно низко. Сейчас все откупили, все окей, сезонность продолжается, это раз, продолжается также сезонность по поводу снижения процентных ставок, цикла снижения и роста драгметаллов. Еще и выборы, поэтому по золоту новые максимумы ждать стоит. Да, немного застопорились после установления текущего, но в целом остаемся все так же в восходящей тенденции, и пока price discovery происходит. Нефть потихонечку подрастает после хорошей коррекции на красивых объемах. Достаточно быстро откупили. Здесь неплохое движение произошло. Я считаю, что дальнейшее закрепление, дальнейший рост у нас плавно до вот этих уровней объема там, в районе отметки 74 будет происходить. Фондовые индексы, новые максимумы, все нормально. Когда процесс снижения процентных ставок запускается, обычно SPY, NASDAQ, крупные диверсифицированные фондовые индексы, они попадают под распродажу по той причине, что часть капитала из этих компаний, из этих индексов переходит в более мелкие компании. Мы это увидели по Расселу, по движению Рассела. Мы увидели, что Рассел двигается значительно ярче, быстрее, сильнее, чем тот же NASDAQ, например. Он более ярко отреагировал на снижение процентных ставок. В этот раз первое снижение не привело к тому, что фондовые индексы снизились. Возможно, это вопрос времени, посмотрим. Но пока фондовые индексы разрезают свою сезонность, рушат, потому что обычно во второй половине сентября они показывают отрицательную динамику. На текущий момент устанавливаются новые максимумы, и отрицательной динамики нет. Мы видим, что реализации спроса не происходит, видим, что в максимум что-то там продают, пытаются продавать, цену особо не опускают, то есть мы видим, что красная дельта, то есть больше все-таки по рынку продаж идет, а цена стоит на месте. Посмотрим, удастся ли удержаться. В целом, по сезонности есть смысл рассматривать шорт-позиции, и достаточно неплохая сейчас, после установления нового максимума, возможность открывать такого рода позиции. Да, и плюс обычно средняя просадка после первого решения по процентной ставке около 8%, то достаточно в течение, конечно, 12 месяцев, но все равно это достаточно неплохой потенциал для шортовой позиции. Здесь какого-то позиционного трейдинга не стоит рассматривать. Спекулятивные позиции с фиксированным риском, либо инструменты с фиксированным риском, либо если на фьючерсах, то обязательно со стоп-приказами без каких-либо позиционных трейдов. Покупать некомфортно. Работа на сближение по индексам между Расселом и NASDAQ очень интересная, но на текущий момент пока расхождений нету. Да, европейские индексы близятся к своему максимуму. Золото против серебра. Да, вот-вот у нас будет два стандартных, ну, как минимум одно, ладно, стандартное отклонение.
и можно будет спокойно зайти. Они на самом деле были, то есть в моменте, когда серебро устанавливало новый максимум, золото в это время еще болталось вблизи своего максимума, и там как раз было более 5% расхождения в рамках месяца. Таким образом, это была хорошая возможность поработать на сближение, если бы быть очень быстрыми руками. И второй момент тоже был после того, как серебро установило максимум, золота нет, это тоже точка спреда. Поэтому такие возможности проскакивают, ими стоит пользоваться и работать на сближение по данным инструментам. Здесь и сезонность по серебру указывает на схождение данного спреда и продолжение восходящей тенденции по золоту. Да, на валютном рынке все синхронно, все максимально коррелирует в периоды, когда основным драйвером движения является американский доллар, все остальное коррелирует с очень высоким процентом, поэтому ничего интересного не произошло. Крипта ожидаемо, как и фондовые индексы, как и все рисковые инструменты, выросла по той причине, что на текущий момент активы, то есть фондирование, становится более дешевым, более привлекательным, и рисковые активы предусматривают более хороший возврат, таким образом пользуются большим спросом. Спасибо всем за внимание, всем хороших выходных, до встречи в понедельник, подготовимся к новой торговой неделе, посмотрим, что хеджеры делали прямо перед решением по процентной ставке и сформулируем новые торговые идеи. Всем счастливо, будем на связи.